Що ж, вітайте наших ранкових гостей, яких я анонсувала із самого ранку. Доброго вам ранку. Валерія Ткачова, голова кінологічного клубу «Сиріус», прийшла, як завжди, не одна, а із чотирилапами і з їхніми господарями. Давайте знайомитися. Да, всім доброе утро. Сьогодні ми передачу проводимо о маленьких породах собак, как сказали, кишеньковых. Ну, в принципе, да, они и есть кишенькові. Это породы самой мелкой декорации, рост их до 35 сантиметров. Значит, у нас первая кишеньковая порода – это цверкпинчер или миниатюрный пинчер. Да, маленькая, очень маленькая. Вот, вот такая собачка. Это полностью уже ее рост, полностью ее возраст. Собака больше не вырастет. А сколько ей руки будет? Ей годик, но они растут до 8 месяцев, то есть вырастают, и больше уже не растут. То есть это полностью вы видите взрослую собаку. Назвать ее кишеньковую прям в карманчик вы ее не положите, но в принципе вот так вот. Ви з нею везде, причем, да. Дивлячись, яка кишеня. Да, причем собаку такої породи спокійно пускають в магазини, в любой вид транспорта. І, завжди при вас. Да, і навіть хочу сказати, коли з нею їдеш на таксі, як за собаку, за нею не беруть дополнительну плату. Дуже вигідно. Да. І ще один представник кишенькових собак – це йоркширський ретривер. Да, добрый день, меня зовут Алена, нам 4 года, 4 с половиной. Дорослый. Да, нас зовут Мерседес, дома просто Мерси. Тоже, мы уже взрослые девочки, весим кило 700. Угу. Так что мы уже тоже абсолютно взрослые. Тоже... Це теж вже максимальна їжа. Это максимально, якщо да. поїсть, ще 200 грамів можна додати. Да. Нет, навряд ли. Менше? Да, до речі, як харчуються вони? Мало з'їдають? Любят все самое вкусненькое, в основном на сухом корме мы сидим, но любим у мамы взять, что, выпросить что-то вкусненькое, а как они выпрашивают, это понятно. Вот так в глаза смотрят, что в любом случае им что-то вкусненькое дашь, конечно. Перепаде. Ну и зачіска дуже шикарна. Це для краси чи для потреби? Вічне ну, питання. И для красоты, и для нужд, потому что челка в глаза лезет у них очень длинная шерсть, их нужно подстригать. Мы, правда, тут в парикмахерской еще не были. Ми ходимо в парикмахерський даже. У нас є свій мастер-стиліст. Вона йому довіряє, конечно, подобається да. собі. Очень любить. То есть они очень любят стрижки, любят, там им делают, им чистят зубки, подстригают ногтики, потому что эта собака не стачивает ногти, ну, за счет того, что она в основном на руках. Ну, можемо сказати, що за кишеньковими собачками треба слідкувати більше, особенно, ніж зазвичай? Особенно, да. Маленькі собаки, но проблемки у них большие. Потому что, допустим, если цверкпинчер, ну, еще их называют миниатюрные доберманы. Или, если за схожесть. Да, если в народе говорить, то это микродоберман. Характер полностью добермана, только рост маленький. Собака в обиходе очень простая, потому что гладкошерстная, тряпочкой протерли, когтики, они бегают, прыгают, сами у них стачиваются, они очень веселые, очень игривые. Собака не для флегматичных людей, потому что это полноценные холерики. Угу. Протерли, помыли и отпустили. Холодно, одели шубку, дождь, одели дождевик. Есть породы еще меньше цверкпинчера, их иногда путают, это тойтерьеры. Собаки ростом до 26 сантиметров. То есть, вот если пинчер, у него рост пинчера 35, ну, допустим, у Далиды рост не 35, а у нее 29. Угу. Ну, вот мощь вся, то это ровно в полтора раза собака меньше, то и терьерчики, они бывают тоже черные и коричневые. Лапки еще тоньше, чем у пинчера. Поэтому там есть свои проблемы. То и терьера надо очень беречь от высоты. Они могут прыгнуть с высокой кровати и поломать лапки, а еще и убиться. Ну, до речі, кажуть, що тривалість життя у них трошки менше, ніж у звичайних собак, чи ні? Наоборот. Да? Маленькая собака сжигается изнутри медленнее. Поэтому эти собаки все, и тойчики, йорики, пинчеры, потом еще есть чихуашки, тоже многие люди знают, это собаки-долгожители. Взрослая собака, знаете, наоборот, сгорает быстрее, ну, большая собака. Поэтому, наоборот, наши кишеньковые собаки, они
Большие долго жители. Ну, тут жити довго і щасливо. А, да, конечно, люди за ними ухаживали хорошо. До речі, так, якщо говорити про особливості догляду, то спінченерами зрозуміла. Ганчіркою про те, на коровиві все добре. Як бути з тер'єрами? Тут, конечно, посложнее. Тут нужно каждый день расчесывать собаку, делать стрижку, ну, делать ей стрижки раз в месяц, подстригать коготочки, чистить зубки. Так что с ними посложнее. Но они очень миролюбивые, очень любят. А еще, если не делать стрижки, есть собаки, которым специально отращивают шерсть. Шерсть у них в пол идет. Это выставочные собаки на больших выставках. То есть на весь рост собаки вот так вот идет шерсть. Там тоже надо постоянно стричь собаку и косметика. И у них косметика стоит, как у хороших наших фотомоделей. Ну, я думаю, що коли людина купує собі цю собаку, то вона на щось розраховує, вона знайомиться з цією породою, багато читає, ну, принаймні так має бути, щоб потім сюрпризів не було в кінці. І вона красиво вдягнена. Вони мерзнуть чи це да. для краси? Ні, вони мерзнуть, у них нету подшерстка. У них шерсть приравнивается как человеческий волос. То есть на эту собаку практически нету аллергии никогда. Ну і вони дійсно мерзнуть на вулиці. Тобто взимку треба дійсно хутро. Да, у нас є шубка, да, у нас є сапожки, у нас є в'єтнамки, так сказати, навіть на літо. Ну вони не приучені практично ходити по асфальту. Тобто вони в основному люблять ходити на руках. Це ж іскусственно виведена порода. Це не, якщо пінчер, от пінчер, це естественна порода, природна. Ну, естественно, чоловік її облагородив. І, кстати, посмотрев на пінчера, от на вот этого противного маленького, Луїс Фрідріх Доберман сказав, що виведе точно таку же, тільки большую собаку. Так що люди іноді путають і говорять, що Доберман прародитель пінчера. Наоборот. Пинчер, получается, прародитель добермана, то это искусственно выведенная порода. И как все искусственно выведенные породы, они имеют свои нюансы. Они непосредственно связаны с человеком. Они требуют заботы. Еще их чего одевают? Не только из-за того, что они мерзнут, а еще и для того, чтобы сохранять шерсть, структуру шерсти. Ну, це особливості догляду, особливості харчування. Все це маєте враховувати, якщо захочете коли-небудь завести і бачити в своєму будинку от таку маленьку собаку. До речі, це хороший компроміс такий для дітей, коли немає місця для великої собаки, або просто вона каже, я хочу собаку, декоративний кролик, хом'ячок або пінчер. Або все да. це може бути, так? Да, маленькі собаки, тільки ж місця. Маленькі собаки дуже хорошо підходять дітям, тому що, в принципі, любой ребенок, ну, начиная там с 6 лет, может взять на поводочек и повести собаку. Только, опять же, есть маленький нюансик. Каждая порода кишенькова потребует своей особой диеты. Но пинчеры, допустим, всеядные. У них одна проблема. Главное их не перекормить, потому что они толстые. У тойтерьеров тоже своя проблемка. Главное не перекормить. У йориков своя проблема. Тут специальная диета. То есть как бы сладкое нежелательно потекут глазки. Ну, как бы, если взяли маленькую собачку, это не значит, что ей все можно. Mm-hmm. То есть про каждую породу, которую человек хочет взять, надо хорошо почитать. Я би бути хорошими, лагідними господарями. Спасибі вам величезне за те, що завітали до нас сьогодні зранку. Наступний рік, 2018 рік, це рік жовтої собаки, вже так кажуть. Тому наші зустрічі, я думаю, будуть частими, щоб і до Нового року, і трошки згодом ми змогли осягнути і познайомитися із максимальною кількістю представників різних порід. Спасибі за дружбу, спасибі за цю красу сьогодні у студії. Ну, а ми готуємося до майстер-класу.